Всем привет, с вами я, Маля, и сегодня я снимаю видео с моей мамой. Привет. И мы сейчас будем есть, кушать котлетки пингвина. Давай ты. Давай покажем то, что там есть разные всякие вкусы, да? Там есть разные вкусы, например, вот, допустим, зелененький вкус мы будем крутить, и там будет выпадать у нас, допустим, зелененькое. Это либо лимон. Либо чай. Лимон, я так не могу! Девочка, давай что-нибудь придумай. Мы будем крутить, на что попадает, и, допустим, что мы будем пробовать. Например, синяя, да. Это голубика, или черника, или паста зубная. Да, или зубная паста. Допустим, другой цвет, беленький цвет. Это у нас, да? Кокос, либо протухшее молоко. Также у нас есть, допустим, сочный персик. Или такой. Или рвота. Тут много всяких таких штук. Есть тухлый у нас килим. Есть собачья еда. Есть пук. Пук. Я тебе сейчас скажу, какой пук. Пук это... Желтая. Да, это пук. Так что будем пробовать. Давай ты первая. Это у нас собачий корм или шоколадный пудинг. Да. Да. Давай, Валя. Ну? Шоколадный пудинг. Везет тебе. Я кручу. Это либо лайм, либо трава. Да, либо газонная трава, да, зелененькая. Ну, давай. Покажи. Боюсь так. Зеленая. Да. Трава! Да нет? Да я съем? Да я. Нет, не съем. Не надо. Давай дальше. Ой. Потихонечку. Это у нас тоже твоя. Да, либо лимон, либо трава. Это какой лимон? О, лайм. Ну, лайм лимон. Давай, лайм. Лайм. Да? Теперь я. Так. Это либо сочный персик, либо пук. Так. Он должен быть крапинку, да? Вот это хотя бы не пук. Я не хочу пук. Да что? Фу. У меня еще не одна. Это не вкусно. Это что? Тутти-фрутти? Или носки. А, тухлые носки, да. Тухлые носки. Обычные носки. Тухлые. Написано вон два слова. Такая розовая крапинка. Что, это все в фруте? Я не знаю, а я еще не пожевала. Ну? Отдохни. Что-то невкусно. Для меня нормально. Наверное, носки были. Я не знаю, на тутти-фрутти не похоже. Не похоже? Да. Давай дальше. Ой. Так, опять. Лимон? Нет, это не лимон. Это ну, лайм. Ну, вот же лайм. У тебя вот это синяя. Синяя была? Да, это либо blue raspberry, ну, или паста. Голубика или паста. Тухлая, ну тухлая паста. Ну, старая паста. А-а-а.
мятная. Так, у меня твоя. Это либо персик, либо пук. Че, пук? Ой, сейчас такая жуя. Вкусная. Мятная. Черника. Давай ты пока. Давай пока ем. Это либо клубника, банана, где? А, тухлая рыба. Вот. Либо клубника, либо тухлая рыба. Тухлая рыба. Мятная во рту. Подожди, может вот это вот? Не знаю. Они похожи, да? Да, они похожи. Похожи. А вот это, наверное, потому что, смотри, вот это вот темное, а это светлое. Вот это вот. Вот это вот. Рыба. Фу. Фу. Не надо. Давай. Гадость какая. Мне еще варианта нормально. Не вот это вот. Умали. Либо, да, посмотрим, что это там. Карамель. Или потухший сыр. Сыр, да. Потухший. Так, это у нас... Фу. Фу-фу-фу. Это герл. Это мой страх. Это мой страх. Хуже тухлой рыбы ничего не может быть. Нет, это протухшее яйцо хуже. О, ты что не ела? Что это? А я его хорошо. Хотя вроде нормально. Да нет. Фу. Давайте. Это что там? Попкорн? Или яйцо. Да, и портухшее яйцо, либо попкорн. Это самое-самое плохое портухшее яйцо. По-любому у меня будет портухшее яйцо. Попкорн? Да. Вкусно? Тутти-фрутти или на спецах? Самое вкусное, мне кажется, черника. Прям вообще обалденная. Да? Я люблю. Либо памперс или... Нет, это прокисшее молоко. Или памперс. Ой, нет, это или... кокос. Кокос, да. Давай, делаем. Вот. Что это? Это либо... Сыр протухший? Да. Или попкорн? Карамельный? Да. У нас там сестренка маленькая. Пока мы тут снимаем. Да? Что это? Сейчас мама моя про... Я не знаю, она плачет. Всем пока. Пока.